Он много про себя придумывал, он много сочинял небылиц, но человеком он был гениальным. Вот в общении, в жизни просто фантастически. Сегодня вот здесь просто мы подходим к закрытому, абсолютно закрытому стенду. И вдруг фотография Валерия Сергеевича делает так бамс и падает с одного гвоздика. И мы поняли, узнал, думаете, какой-то...